знаменитый. Родной. Пятый. Это программа «Известия», в студии Ольга Нагорная. Здравствуйте. Лесные пожары на Дальнем Востоке разгораются с новой силой. Только за сутки площадь огня выросла почти в 4 раза. Самая сложная обстановка в Амурской области. Специалисты лесоохраны пытаются потушить сразу 65 очагов. Режим чрезвычайной ситуации объявлен также в Забайкальском крае и в Якутии. Огонь угрожает обитателям национального парка «Зов Тигра». Также пламя подбирается к жилым кварталам. Синоптики не обнадеживают. По их прогнозам, в первый месяц лета количество сгораний на Дальнем Востоке превысит многолетние значения.